мой крепкий, как костюм Тони Старка. Так-то, игра в 16 тактов, только факты. Только так, без дешевых интриг и мата. Для меня бодряк, как для папайи шпинаты. 8 утра примерно, Nokia верная. Меня будет голосом камелеонера. Полчаса игнорить тело, мозг, мозг, тело. Ложусь поздно, пуэр знает свое дело. Предпочитаю белый цвет, типа цвет победы. Белыми должны быть как минимум зубы и кеды. Подумай дважды, прежде чем бросать косые взгляды. Ты как на ладони у парней из засады. Понимать надо, выше лезешь, дольше падать. Но меня не остановишь даже при таких раскладах. Я не в погонах, чтоб зачитывать права. Но напомню, зачем тебе голова? А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Никто не сможет меня остановить. А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Никто не сможет меня остановить. Раньше не понимал, как бит минимал. Может в течение 5 минут держать зал. Магия, не иначе. Теперь ясна задача. Меньше слов, больше хуков. Меньше звуков, больше кача. Проектов куча, времени мало. Дефолиант 25-17 отрицалы. 10 лет в этой каше, руками машем. Учим молодых, уважаем старших. Вырезка выше сорта, не липкий фарш. Жарим мясо для наших, засада продакшн. Другие жалуются, мол опять пережестили. До нашего продукта надо дорасти. Играм 16 тактов. Игра на вылет, московский экспрессионизм в сибирском стиле. Запоминай мелодию, запоминай слова и думай, зачем тебе твоя голова. А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Никто не сможет меня остановить. А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Никто не знает.